Так, я пытался и немножко разродился, сделал 5 фильмов, вы их видели совсем недавно, буквально вчера, позавчера. Вот. У нас очень проворная этих самых, как их назвать, бюрократов, администраторов школьных, вот, этих всех этих Горано и прочих облорано. Вот. И вот это называется так. Спасибо, скажем, школьным учителям за знания, жизненные уроки. А я пишу наоборот. Школа растет тупых, безвольных, больных, равнодушных обывателей. Кроме геморроя и сопутствующих болезней, ничего вы там с ней не получите. Вот. Я приводил примеры. Я просто 1 сентября вот было, 4 дня назад. Вот. Поэтому, знаете, я не буду сейчас долго говорить, мы садоводы. Вот. Вот это вот по телевизору, я уже когда один раз рассказывал, кто-то может помнить. Это по телевизору было, это, мы все сидели по домам, шла эпидемия, и 11 класс должен был вот это с телевизионных экранов, вот этот урок. Я посмотрел на этот урок, я пришел в дикий ужас. Они не просто с ума сошли, они охерели. Вот это вот невозможно себе нормальному человеку вообразить. Но когда появился 11 класс, надо было заполнить его каким-то содержанием. Вот и заполнили. Вот. Дали команду создать программу 11 класса. Все, что можно было, нагребли сюда. Если вот это вот взять, вот это вот разделить на слога. Заметьте, наверное, после этого у нас прибавилось поэтов. Типа этого самого, например, с кем сравнить. Вот. Ну, сами знаете, Лермонтов, вот такого уровня, да. Как у славного города разделяем, вот делать нечего, на слоги, видите, даже не знаю, как правильно. Вот. Потом считаем 3 ударных, 10 безударных, а во второй строчке 3 ударных, 8 безударных. Мы утверждаем факт, что тонике важно только количество тонов. Акцент в каждой строчке. Прочитали, посчитали. Что это дало людям? А? Пушкины появятся новые. Нам не надо больше этих. У нас, знаете, сколько непризнанных поэтов? Вот это вот идиотство проходит в школе. Идиотство, еще раз. Идиоты придумали. А представляете теперь учителя, который... Жертва этого. Вы возьмите, выберите самые лучшие, самые красивые стихи. Начинается урок литературы. Возьмите книжку, как делала моя учительница в школе номер 7 города Норильска. А? Она просто читала нам стихи. Вы можете просто стихи прочитать, а не вот эту дурь, которая не вообще отнятое время, глупость, то, что сидят на жесткой лапке, это значит геморрой и все прочее. Вот. А столько красивых слов, я не могу 5 минут, простите меня, я не могу иначе. Я гражданин России, я хочу, чтобы наши дети были умными, а не тупыми. Спасибо, школьным учителям. Вы поставьте себя на место учиться, которое не здесь. Это приятно на всю страну, вот это. А потом он вернется в обычный класс, и вот это будет, и понимать, что это нахрен никому не нужно. Ни одному ученику, ни учителю, ни стране, ни школе, ни обществу. Вот это. Чтобы когда-то мы читаем, только все было, хорей, ям. И нас заставляли зубрить. Зачем? Добавили еще дактиль амфибрахий, это материться охота. Она пест. И что? Запомнили дети? Встретите на улице хоть одного. Пусть отбарабанит. Силаботаническая система. Вы это слово запомните? Силаботаническая. Вы зачем детям это все? Да, появился 11 класс. Я объясняю почему. 11 класс появился для того, вот, чтобы заполнить этот вакуум в армию рано.
еще дети. В то время еще не разрешали детское это. Работу не разрешали, оплачивая. Люди болтались, дети, дурью маялись. А пусть они в школу походят. А приготовить для них нормальное. В крайнем случае, говорю, еще пусть бы стихи читали. Вот. И так не только эта литература, так все остальное. Я же про эту биологию рассказывал дебильнейшую. Тысячи непереводимых терминов. Зачем? Вот она, вот это вот. Это тихий ужас. И главное, это не сказано ничего. Я нашел про муравьев, я потом покажу. Вот. Все, что угодно есть. А почему тогда их уничтожают всей страной? Озверели. Озверели всей страной. Уничтожают муравейники. Лидеры в этом деле, они за это деньги получают. Они рекламируют яды, а вся страна тупо. Ну, я со школы, украинской сельской школы, когда я учился там, поступил в 57-м году в школу. И первые 5 лет там учился. Ну, почему я помню, что это самое, муравейники – это главные защитники всей природы, и нас в том числе. Когда это все изменилось? Когда их назвали врагами? Когда захотел на этом зарабатывать. Но один человек заработает, а потом 300, 500, 1000 просмотров, миллион просмотров. Яды, 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 яды. Простите меня, дальше нормально буду говорить. Это же надо, вот он 11 класс. Это же... Я когда увидел, что это... Я с экрана лихорадочно фотографировал, лихорадочно. Успеть сфотографировать. Что вы творите? Стихотворные размеры. Вы читаете Лермонтова, читаете Пушкина. Я Пушкина не любил, а Лермонтова любил. Вот. Они каким-то содержанием был наполнен. Прочтите эротические стихи Лермонтова. Да, такие есть для подростков. Во. Когда это красиво все изложено. Я об этом не говорю. Ну там же вот это раскладывать, потом это самое, эти эротические стихи опять на размерах. Зачем? За что? Я даже спрашиваю, не зачем это надо, а за что детей казните? А сколько слов, школа, какая она дает знания? Ни хрена не дает. Отделите 11-10 класс отдельно, раз уже от 11 не откажешься. Сделайте мужские классы, мальчиковые, сделайте девочкой. Девочкам покажите этот самый видеофильм, как аборт, как калечат девушек, чтобы они до самой свадьбы не подпускали к себе никого. А это мои книги. Я здесь стоит рядом телекамера, телевидение приехало. Вот, это было шоу. Я привез свои материалы, книги, диски, брошюры, вот. И вот на этом списке, видите, список лежит. Это выдающие садоводы, о которых не знает это самое, вообще никто. А я возьму сейчас и зачитаю. Хотите? Боднар, Бородич, вот. Байкова, Байкалов, Жестовский, Левицкий, Сошников, Бельтяевский, Защитина. Филиппов, Тоторов. Вот это настоящие садоводы. Вот это. А не те, кто учит убивать эти муравейники вместе с муравьями. Ладно. И вот это вот то, что благодаря такому учебнику у нас миллионы людей, которым впаривают вот это вот. Еще раз, помните, я вам дважды показывал. А потом пойдем уже нормальный разговор пойдет. Это не лишнее. Сами не будете, сами не попадетесь. Поучите других. Она рассчитана на людей, которые закончили школу. Школу закончили все. Был первый звонок. Последний звонок. Получили, как она называется-то, бумагу эту. Аттестат зрелости. Так? Хоть что-то ты должен запомнить, хоть это. Хоть что-то.